Всем привет! Снимаю видео о продвижении в совместном проекте «Любимый Dimensions», который организовала Алла Белочка, и в котором я участвую с вот таким маяком от фирмы Dimensions. Называется «Маяк на рассвете». Вышиваю я его по набору на Аиде 18 аккаунта родными ниточками. Единственное, что я поменяла в этой работе, это иголку. Я взяла более толстую. Снимаю я на окне, пытаясь уловить какие-то остатки солнышка. Ниточки у меня находятся вот в такой замечательной коробушечке. Нитки здесь обалденных цветов. Очень красивые, яркие, такие разноцветные. Ну, тут прям радуга целая. Вот такая вот у меня для этого процесса коробочка есть. Замечательная новогодняя. И вот так у меня организован данный проект. Но дабы не нарушать никаких авторских прав, я не хочу показывать целое видео эту вышивку со схемой, хотя эта схема гуляет в интернете, и если кто захочет ее скачать, то, конечно же, это не проблема. Но мне хочется вам показать то, что я вышила. Со схемкой этого не увидеть. Это вот такая верхняя часть картины, где изображено небо, чайки. Я уже немножко отбэкала чаек и маяк. Домик с лесом позади. Вышивается, вот сейчас вышивается небо, оно вышивается достаточно легко. Я решила сразу же делать бэкстич, потому что не хочется потом возвращаться, перезапяливать опять ткань в пяльца. Ну и вот то, о чем я говорила, вот такая вот игла у меня огроменная. Это специально для того, она такого большого размера, чтобы ниточки не махрились, когда иголка проходит с ниточкой через вот эти узкие дырочки в Аиде 18. Вот такая красота. Мои крестики поближе. Может быть, видео будет, ну, не совсем в идеальном качестве, потому что, во-первых, я снимаю на планшет, а во-вторых, света недостаточно, а при искусственном освещении не очень хочется сейчас снимать, чтобы не бликовало. Стараюсь я, конечно же, вышивать поскорее и более такими быстрыми темпами эту работу. Мне хочется уже увидеть ее готовой, оформленной и приступить к следующим проектам от Дима. А сейчас в дополнение к этому видео я хочу показать вам покупочки свои, которые я совершила в интернет-магазине Stitch & Co. Это магазин Илоны Илки и Алеандра Берлин Воркс. У них прекрасные схемы, прекрасные наборы. Материалы для вышивки, и бисер мелхил, и креник, и ниточки различные. Ну, заходите, посмотрите, я ссылочку обязательно оставлю. И еще я хотела сказать, что в этой группе проходит розыгрыш. Первые 100 покупателей получат, вернее, среди первых 100 покупателей разыграется приз. Там, по-моему, сертификат. Ой, сейчас уже не вспомню. Ну, в общем-то, очень достойный такой, очень вкусный приз. Поэтому поспешите. Проходите по ссылочке, смотрите. Но поучаствовать в любом случае я решила. Зачем упускать такую возможность? Хотя я никогда не выигрывала, в общем-то, ни в одном конкурсе. Но даже просто подержать в руках оригинальные схемы, вот я, наверное, к этому пришла. Раньше я скачивала, и у меня они еще есть, там куча закладок каких-то, скачанных схем, всевозможных производителей на любой вкус, и Lavender and Lace, и сэмплеры, ну, в общем, чего только нет, и Dimensions.
Но мне хотелось все-таки подержать в руках оригинальную схему, чтобы вот у меня она была. Вот я сейчас вам покажу, что я там заказала. Итак, это вот такой сэмплер. Вы видите название, не буду коверкать, хотя я вроде бы английский знаю. Сэмплер этот достаточно сложный, но тем он и интересен. Вы видите, в центре квадрата такие шовчики, орнамент, причем в каждом квадратике разный узор. И по периметру всевозможные цветы, и опять же, они не повторяются, это супер. Я очень люблю, когда не надо машинально просто то же самое вышивать. Здесь используются ниточки ручного крошения. Я еще материалы не покупала для этого сэмплера. Он у меня пока лежит и ждет своего часа. Ну и схема здесь черно-белая, символьная. Здесь используются ниточки DMC, Wix Dye Works и еще какая-то Thread Works. Я не знаю, что это за нитка, но когда я буду заказывать у Илоночки с Леной материалы, даже под заказ, я думаю, что все это мне придет. Ну и такой вот винтаж-винтаж. Это сэмплер Анна. Я так понимаю, от фирмы Пермин. Но я могу ошибаться. Поэтому показываю вам, как это все выглядит на упаковке. Мне очень нравится этот сэмплер. Здесь идут ниточки DMC. Лен. То есть, в общем-то, этот сэмплер, если бы было желание и необходимость, можно было бы начинать вышивать хоть сейчас, поскольку нитки DMC в свободном доступе везде есть, и основа лен тоже подобрать и приобрести не так и сложно. Вот такие нам нужны материалы. 32-й каунт льна. DMC. Мне очень нравится этот сэмплер. Он такой уютный. Он какой-то как будто бы старинный, под старину. И в то же время изысканный. Ну, не знаю, вот меня что-то в нем подкупает. Даже не могу сказать, что. Он такой как будто бы примитивный. Короче говоря, девочки, очень мне он понравился. Вот. И следуем дальше. И вот такие вот ножнички я тоже заказывала в этом, ну, в этот раз в Stitch&Co вместе с сэмплерами. Мне они очень понравились. Они слегка, вы видите, такие округлые кончики. Ну, посмотрим. У меня нет просто рукодельных именно ножничек. Мне вот хотелось, я себе купила. И вот такую бобиночку от Madeira. Ниточки для, я так понимаю, вышивки бисером, для пришивания бисера мне положили в подарок. Очень приятно, мелочь, но это говорит о внимании девочек. И еще очень красиво, мне понравилось, как девчонки упаковывают посылки. Это тоже проявление внимания, уважения к покупателям. Очень красиво, с салфеткой такой кружевной. Такую крафт-бумагу, ну, классно. Девчонки, спасибо вам большое. Все, в общем-то, приносит эстетическое удовольствие. И сама посылка, и то, как это оформлено. Ну, конечно же, общение с вами. Вот. А на сегодня, пожалуй, все. Благодарю всех за внимание. И до скорых встреч. Пока-пока.